МОП УПТ не намерена больше в убыток себе содержать несколько маршрутов городских автобусов. Речь идет о 3-м, 5-м, 25-м и 44-м маршрутах. Но это не значит, что автобусы под этими номерами прекратят перевозки. Просто маршруты будут переданы в частные руки. Как заверили нас в городском комитете по транспорту, на регулярность перевозок это не скажется. Правда, остается вероятность, что маршруты, отвергнутые МУПом, окажутся не самым лакомым кусочком для частных предпринимателей. Так или иначе, обслуживание маршрутов муниципальным предприятиям прекратится с 1 декабря. Тогда же будет объявлен конкурс среди перевозчиков. В настоящее время еще не поступало от директора МУП уведомление о расторжении договора, поэтому на сегодняшний день пока еще эти маршруты числятся в разряде муниципальных. Могу только гарантировать одно, то что количество графиков и временные нормативы все будут сохранены. То есть автобусы как работали, так и работают. Люди не почувствуют перемены транспортных средств.